На пляже можно не только лежать и загорать. Любители активного отдыха встретились на Кореновском карьере и сыграли в пляжный волейбол. Чем он отличается от классического, узнала Айташ Чирагова. Парная игра и легкий мяч – основные отличия пляжного волейбола от классического. В числе 10 команд-участниц – Александра Благова и Иван Грищенков. Волейбол – это команда, 6 человек, 7 человек. И здесь намного больше взаимосвязи, взаимоотношений. От этого зависит очень многое. То есть можно быть хорошими пляжниками, но быть в плохих отношениях и все проиграть. Ну и наоборот. Зато сразу видно, кто виноват. Посостязаться за первое место ребята приехали из Раменского. Александра занимается волейболом 10 лет, Иван в 2 раза меньше. Победа для спортсменов не главное. Приехали играть за хорошим настроением, за волейболом, за общением. Просто покайфовать, просто получить море удовольствия. Хорошая физическая форма, отличное настроение и активный отдых – то, зачем приходят игроки. Турниры для любителей пляжного волейбола проводят часто, и не только на Кореневском карьере. Так у нас уже проходили даже несколько раз турниры в Малаховке. Мы можем в один день провести и мужские, и женские, где, соответственно, играют 2 на 2 только мужчины и 2 на 2 только женщины. А следующий день – это называется смешанный, как у нас сегодня турнир, именно микст. Вот. У нас было такое, что количество пар доходило чуть ли не до 20. Победители турнира получили медали, кубки и денежные призы. Айташ Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.